символический смысл пасхального акта жертвы нашей страдавшего Христа. Поэтому, чтобы это не только было символическим действием, что вот у нас есть такая русская традиция посвящать дня, чтобы мы как-то замолились Богу, чтобы мы воспоминали Его спасительные страсти и радовались Его воскресенью. Кто может порадоваться воскресенью? Кто может порадоваться выздоровлению? Тот, кто болел. Кто может порадоваться воскресенью? Тот, кто страдал. Поэтому напряжем сейчас свои чувства, напряжем сейчас молитвенный настрой, чтобы помолиться. Дело не в том, чтобы у нас было какая-то большая. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство и силы и слава Твои, Сына и Святаго Духа, ныне присно и во веки веков. Значит, давай, открывай. Thank you.
Слава тебе, Христе Божьему умывание наше, слава тебе. Слава Твоей Святой Святому Духу и ныне и пресне и во веки веков. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Можно кушать только после богослужения пасхального. Никак не до, и без предупреждения, что в этом заключается сама суть получения жертвы. После труда, после как бы, забот. Поэтому мы сейчас осветили заранее. Вот, на пасхальный стол мы это самый центр стола поставим, потому что это освященное, потому что это Господь осветил присутствие храма, молитвой, вот, и вашим молитвам настроение. Спасибо. Вот. Спасибо. Снизу возьмем, а мы потом. Отходите, дети. Смиренные мои я.
души, покушенные грешны, и я поженил силу всех угодно мне блудницу грешны, пришедшую, приподнувшуюся тебе, сицу милосердие мне грешним, прикудящим и прикасающимся, и я поженил отглушал сечи свет, девушка нечистый, целующих тебя неженных, возглашайся грешным, кроме пусть нечистый, ни жене, ни кровь, и нечистых усел, и скверт, давай не чистишь твоего языка, но да будет не уголь пресвятаго твоего тела, чистая твоя, я крови, во священие, просвещение, праведствие, и